Как крысу они приготовили киевскую котлету. Слушайте Галимар-шоу на радио Болит вместе с сетью мультибрендовых магазинов Спортхаус. Все яркие цвета лета вы найдете в Спортхаус. Мировые спортивные бренды, эксклюзивные модели. Nike, Puma, Salomon. Спортхаус. Выглядеть стильно, чувствовать себя свободно. Наши адреса. Торговый центр Алмаз, второй этаж. Гаева, торговый центр Кристалл. Скидки, 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 скидки на все. Интернет-магазин sh-shop.su. Спортхаус. Лучшее для вас. Скидки, 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 скидки на все! Да, друзья мои, действительно скидки на все. Отличный магазин мультибрендовых, значит, одежды мультибрендовых. Это Спортхаус, друзья. И прямо сейчас мы разыграем скидки, скидки, скидки! Скидки, скидки! А причем последний раз, между прочим. Ты в курсе, что это последняя эксклюзивная карта? По-моему, нет. Почему? Сейчас объясню, почему. Давай, объясняй. Так, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас последний день рабочий в этом месяце. 28 июня? Да, да. И перелёстываем. И перелёстываем. Да, согласен. Последняя эксклюзивная карта. Последняя эксклюзивная карта от сети магазинов мультибрендовой одежды Спортхаус, друзья. И кому он достанется, это очень интересно. Алексей Борисович сегодня да, у нас здесь. Да. Вот у нас каждый день проходит розыгрыш вот этой вот замечательной карты 10%, благодаря которой можно приобрести вещи на 10% дешевле. Но в чем эксклюзивность этой карты? Это в том, что получить ее можно только у нас. А вторая то, что эти 10% очень быстро превращаются в 25%. Вот, вот, вот. И 50, может быть, даже. Не, ну 50 навряд ли, но 25 точно. Вот. Кирилл Давидович, правильно все говорю? Не отвлекайтесь. Давайте, я не отвлекаюсь, я вас слушаю, джентльмены, что ж вы так, плохого мнения обо мне. Конечно, 25% можно набрать вообще со скоростью света буквально. Я вчера даже сказал это очень как-то красиво, мне самому понравилось. 25% придут к тебе быстрее, чем разгоняется Мерседес до 100 км в час. Прикольно? Да, да. Тебе должно понравиться было. Да. А вы вообще, Алексей Борисович, носите спортивную одежду? Конечно, я занимаюсь культурой, вот правда, последний год, что-то я... Менее активно, да, и, ну, стараюсь как-то все-таки появляться в приличных местах, в нормальной одежде. Классик. Да, а так, конечно, и трико, и костюмы, безусловно. А у тебя же есть гламурный пиджак, какой такой пиджак? Полосатый, гламурный. Как у Остапа Бендера? Да-да-да. Есть, и такой есть, да? Тоже, да, полосатый есть. Вот, ну, Алексей Борисович вообще стиляет. Да, есть, я выводил, да, да. Да, ну что, 239-3399, все по старой схеме, звоните, успевайте дозвониться, потому что все-таки карты последние, и больше их не будет, поэтому, я думаю, получить, вырвать их из рук наших будет вам приятно. Мы самую последнюю историческую карту копили именно на сегодняшний день по одной простой причине. Потому что, Алексей Борисович, тебе сегодня выбирать. Да, кому давайте. Же достанется она? Давайте. Алло. Здорово. Добрый день. Как да. зовут? Саня, но я тебе, конечно, хочу пожелать удачи. Потому что последняя карта, сам знаешь... Это как последнее слово, авторитетно. Тебе надо будет просто повторить то, что ты сейчас услышишь. Готов? Готов. Ну давай, Саня, внимательно слушай. Ну, Александр, ты готов? Вот это все нужно повторить. Давай, как запомнил, что у тебя в голове осталось, то и выдавай нам. Давайте, Саша. Вот. Вот, вот. Вот. Что там? Радио потише сделай. Вы идете в правильном направлении, товарищ. Давайте, продолжайте. Так, Спортхаус — это море лета. Что ну? там? Какая Спортхаус, жирная котлета. Ну, дальше. А что ты за него поешь? Давай, давай, Саня. Спортхаус, ну надо, надо веселей, жизнерадостней. Давай, Саня, это была давайте, репетиция, давайте, репетиция. Давай, вы... еще раз все сначала, как надо, как на концерте. Все, пришла мама за тебя, на тебя смотреть. Давай. Соберись. Вот, вот. Правильно. Ну, а дальше. Все, что ли? Молодец! Саня, ты даже
одного. Ты знаешь что? Ты должен теперь спортхаус. Ты должен столько бабла. Ты просто не представляешь, сколько, как ты задолжал. Ну, человек старался, правильно. Давай, молодец. Запишу последние, конечно, цифры. Мефодий Рафаэльевич, не отвлекайтесь, пожалуйста. Да-да-да. Побыстрее цифры мне скажите, а то их сейчас пропали. Я же не сказал. 656. 656 нам сейчас звонит. Думаешь? Да, конечно. Нет, нам сейчас звонит 218. А, ну 218, давай, я тебе спешу. Конечно, мы тебе записали, тебе позвонят, все скажут. Мы же номер телефона твой записали. А тебя, я не помню, как зовут, Аня и... Анечка, видишь, какой я все помню, тебе позвонят и тебе расскажут. Тебе позвонят обязательно из спортхауса, не переживай. Все хорошо. Все, целуем, все, пока. Так, я чувствую 218, знакомые цифры. Думаю, наверное, кто-то из этих, из наших. Оказывается, точно, раз и из наших. Алло. Алло, привет. Здорово, как зовут? Да, да. Тише, как? Антоха, ну ты понимаешь, что у тебя шансов сейчас просто целая корзина. Спортивная корзина, куда войдут кроссовки, спортивные всякие костюмы, футболки, бейсболки, перчатки и даже трусы спортивные в эту корзину могут войти. И все только благодаря твоим голосовым данным. Ну и, конечно же, памяти, которая отсутствует у предыдущего оратора. Готов? Тогда ну что ж, слушай. Несколько строчек. Ну что? Ты готов? Конечно, готов. Антоха. Да. Спой-ка ты нам неплохо. Давай. Не-не-не, подожди, ты должен сделать, знаешь как, стойте? Ты должен в конце спортхаус, спортхаб. Вот так. Да, вот так. Ну. Вот, нормально. Ну что ж, последний. Подожди, ты не пропадай. Да, есть ли смысл? Вот сейчас мы Алексея Борисовича должны узнать. Ты, Антоха, если что, виси на линии, сейчас не пропадай. Да, никуда не пропадай, а то без карты останемся. Ну? Да, ну как-то, так сказать, оригинально все. Но еще есть и элемент утешения, элемент стимуляции. Вот первый товарищ, он немножко там с котлетой перепутал, но он тоже старался. Поэтому его тоже надо отметить. Так что... А это отметить понятно, но карта одна, участников двое. Вот, то есть мне надо выбрать между первым и вторым. Между первым и вторым, все ну, верно. Ты прямо... Поощрительный приз первому звонившему. Да ладно? Поощрительный за старание. А что у нас поощрительный? Бэушные пакетики зеленого чая? Не, ну я правильно понимаю, что карта достается первому человеку. Первому, за старание. Ему нужнее. Он старался, у него не получилось, что он старался, поэтому первому дадим, да? Первому. Смотрите, который все перепутал. Ты отдаешь. Который все перепутал, да. Антоха, дай мне его тогда. Антоха, да. Уже все. Ну-ка, ну-ка. Который да, все перепутал. Все, нет, Антохи. Точно. Ну так на. Алло. Алло. Блин. Жалко, что нет его. А что ну, ты хотел? Поиздеваться на него, что ли? Да. Поехинить? Не, я хотел сказать, что типа Антоха, ну ты парень такой, да, вроде классно, грамотно все здесь исполнил, спел. Неужто этот парень не сможет тебе заработать на спортивный костюм? А вот первому участнику, Александру, я думаю, что 10% с разгоном до 25% необходимо по одной простой причине. Сейчас он расскажу. Будет... Когда вот кооперативное движение началось, я купил трусы такие. Спортивные? Нет, семейные. Спортхаус? Такие красивые, там было Adidas написано. Я их одел. А когда снял через день, у меня все эти перепечаталось на теле. И было написано, что качество было такое низкое. Вся вот, краска. А в спортхаусе ты никогда не найдешь таких стрёмных трусов. На попе Алексея Борисовича было Adidas. Вот, Adidas? Вот именно так и было. Да? Сладко, первые буквы не другие были, слава тебе, Господи. Ну что, 656 последние цифры. Саня, я тебе сейчас перезвоню и расскажу, как ты станешь счастливым обладателем этой эксклюзивной, последней исторической карты, 10% от сети магазинов Спортхаус. Ты знаешь, чем больше ты будешь напрягать свою голову, тем быстрее
ты доберешься до отметки 25%. Совершенно верно. Ну да. И я думаю, что на этой позитивнейшей ноте мы закончим наш эфир. Алексей Борисович, спасибо, что пришли в гости, как всегда. Да. Поговорили сегодня о проблемах, покричали на нашу значит, администрацию, на всех тех людей, которые обеспечивают нам питание в нашем городе. Ну и закончили все на позитивной ноте. Человек получил подарок, радостный и веселый. Спасибо большое. Пожалуйста, ваши слова прощения нашим вам спасибо. Спасибо большое, что слушали. Всего доброго. До следующих встреч в эфире. В четверг. Да, в четверг.